Тем не менее, банда, я уже почти ее открыл. Что это такое? Что это? О, черт! Что творим? Просто возвращением на самый жесткий канал! Банда, несколько лет назад в Даркнете я заказал мешок Деда Мороза. Я думал, что там будут обычные подарки, но там были вещи с семьей, у которых погиб ребенок, а родители сошли с ума. Это была жуткая история, но в этом году я решил заказать настоящие подарки из Даркнета. И вы просто посмотрите, сколько их, банды, их здесь очень много, и это все мне пришло из Даркнета. Эти все подарки мы сегодня с вами откроем, но надо быть готовыми, что в этих коробках может лежать что-то ужасное. То, что мы не привыкли видеть в обычной жизни. Надеюсь, что там будут обычные подарки, а также, банда, сегодня со мной видео снимает Настя. Привет, мне очень страшно открывать эти подарки, ведь там может быть что-то ужасное. Именно поэтому, банди, давайте на этом видео наберем 10 тысяч классов. И тогда в Даркнете я закажу ребенка, девочку. Уже ранее из Даркнета я заказывал ребенка мальчика, но на этот раз попытаюсь заказать девочку. Так что, бандит, скорее ставь свой класс, а мы тем временем начинаем открывать эти подарки из Даркнета. Погнали! Окей, банда, я надеюсь, вы готовы. У нас тут огромная куча этих подарков. Их здесь около 6 или 7, я точно не помню. Но я даже не знаю, с какого подарка нам начать. Ты как думаешь? Давай с первых трех. О, хорошая идея. Здесь 3 подарка, завернутых в один. Мне кажется, что они все связаны. Именно поэтому давайте начнем из самого маленького. Но это хорошая идея, банда. Посмотрим, что здесь. Ты слышишь? Что это? Там какой-то колокольчик. Мне не терпится уже узнать, что там внутри. Именно поэтому давайте откроем, банда. Я просто в таком шоке. Мы реально заказали подарки с Даркнета. Тем не менее, банда, просто посмотрите. Черт, что здесь лежит? Просто глянь. Ты видишь? Что это? Это колокольчик. О, какой милый. Да, здесь нарисованный милый снеговик, банда. Просто посмотрите, он очень громкий. Еще просто вслушайтесь. И что это? Посмотри. Что это такое? Детская зубная щетка. Но зачем она мне? Я вряд ли буду пользоваться детской зубной щеткой. И все, больше здесь ничего нету. 2 подарка, даже никакой записки не оставили. Зачем мне это? Тем не менее, банда, это очень странно. Давайте теперь откроем это. Окей, банда, там что-то лежит. Давайте быстрее его откроем. Этот подарок явно побольше того. Надеюсь, что здесь будет лежать что-то ценнее. Итак, банда, просто посмотрите, что это такое. Ты видишь? Там лежит какой-то снеговик, посмотри, что это? Очень красивый. Да, это фонарь, просто глянь. Я включаю его, ты видишь? Это очень мило, банда. Я и не думал, что в Даркнете могут быть такие милые продавцы, которые нам подарят такую игрушку. Это очень хороший ночник, банда. Эту штуку я 100% себе оставлю. Там лежит какая-то записка или что это такое? Посмотри, здесь написано «С Новым Годом». Окей, давайте прочитаем это, что нам желают в Даркнете. С Новым Годом, с этими подарками, ваш Новый Год обретет новые эмоции. Дед Мороз уже скоро придет к вам, как пришел к этой девочке. Какой еще девочке? Здесь еще какая-то фотография, ты видишь? Наверное, они имели в виду именно эту девочку, но что это за девочка, я без понятия. Пока что очень странно, я не совсем понимаю, зачем они приплели эту девочку, кто это вообще? Надеюсь, что в третьем подарке нам либо объяснят, либо подарят что-то очень ценное. И посмотри, здесь еще так красиво нарисован Дед Мороз, ты видишь? Да, очень красиво. Да, на всех обертках был этот Дед Мороз, давайте уже откроем этот третий подарок. Окей, открываем ее, банда, просто гляньте. Итак, здесь какая-то ткань. Что это такое? Посмотри. Это похоже на какую-то кофту, ты видишь? О, да. Что это такое, банда? О, черт, о, это господи. Очень странно. О. Это что, кровь, ты видишь? О, черт, банда, неужели это кровь этой девочки? Просто посмотрите. По возрасту эта кофта должна как раз быть на нее. Просто глянь на это. О, нет. Черт, просто посмотри, еще на рукаве, как будто она вытирала кровь со своего рта. Это просто какая-то жесть. Это еще что такое? Погоди, здесь в записке написано еще что-то, ты видишь? Да. Ночь с 31 декабря по 1 января ровно в 00:00 полночь. Маньяк, переодетый в костюм Деда Мороза.
28 раз ударил отверткой 11-летнюю Аню. Что? Что это такое? Неужели на этой фотографии изображена Аня? Банда, что это за бред? Все эти вещи помогут вам насладиться запахом Ани. Вы можете прочувствовать вкус ее рта благодаря ее зубной щетке. Что это за бред? Меня сейчас стошнит. Черт! Эта зубная щетка принадлежала ей. Господи, банда, это просто какая-то жесть. Я надеялся, что здесь будут обычные подарки, а не все это. Здесь борода Деда Мороза, и она тоже в крови. Черт, банда, неужели это реальная история? Еще шапка Деда Мороза, и здесь тоже кровь. Просто посмотри, как ее много. Это очень странно, банда. Меня это уже немного пугает. Ведь если это реальная история, то кто-то реально убил Новый год девочку, которая не была ни в чем виновата. И тем более 28 ударов отверткой. Этот маньяк действовал наверняка, чтобы ее убить. Итак, здесь вроде бы больше... Здесь что-то есть, здесь двойное дно, ты видишь? Что там? Я пытаюсь открыть. Посмотри, что это такое? Черт, банда, посмотрите, ты видишь? Это отвертка, которая убила эту девочку. И там еще видно ее волосы. Это просто какая-то жесть, банда. Я не могу в это все поверить. Это просто ужас. Кто-то реально убил эту девочку. Я так надеялся, что с Даркнета нам придут нормальные подарки, а не все это. Это просто ужас. Скорее всего, что этот светильник и этот колокольчик принадлежали этой девочке. Это была очень жестокая история. Ну давайте откроем и другие подарки. Надеюсь, что здесь будет лежать что-то получше. Я даже не знаю, с какого подарка начать. Давай уже этот огромный откроем. Да, давай. Мне очень интересно, что же там может храниться. Просто посмотрите, какой он огромный, банда, и тяжелый, ты видишь? Да. Надеюсь, там лежит что-то очень ценное, не то, что было в прошлом подарке. Давайте откроем его. Мне реально не терпится узнать, что там лежит. Он еще так тяжело открывается, черт. Окей, банда, готова. Просто посмотри, ты видишь? Ой, здесь еще какой-то подарок лежит, ты видишь это? Да. Окей, банда, его мы посмотрим чуть позже. Что это еще такое? Какая-то маска новогодняя, посмотри. Возможно, в этой коробке уже лежат какие-то подарки получше. Еще какие-то перчатки черные, ты видишь это? Это все так странно, посмотри на эту масочку, ты видишь? Да, очень милый. Да, я с тобой полностью согласен. Посмотрите, банда, ну как вам? О, ты очень милый. Меня почти не узнать. Вроде бы безобидная маска, не знаю, что с ней может быть не так. Но эти перчатки немного меня настораживают. Они полностью черные. Окей, посмотрим, что здесь еще у нас лежит. Это еще что такое? Ты слышишь? Что-то очень странное. Какие-то монеты или что это? Откроем, посмотрим, что здесь. Окей, я почти открыл. Что это такое? Посмотри. Здесь лежит какой-то скотч, я не понимаю, банда. Что это такое? Здесь цепи, скотч. Зачем она мне? Просто посмотрите. Огромные цепи, видите это? Зачем она нам? Я не знаю, это очень странно. Поначалу этот подарок мне казался безобидным, но то, что мы находим, это очень меня пугает. И посмотри, какой здесь снеговик, ты видишь? Да. Очень милый пакетик, и там что-то лежит, посмотри. Что это? Еще какие-то фотографии. Надеюсь, что этот человек еще жив, и его никто не убил. Давай посмотрим, что там. И там несколько фотографий. Итак, банда, здесь какой-то парень на фотографии. И тут что-то написано. Алексей, рост 187, вес. Зачем мне эта черная куртка? Что за бред? Неужели мне нужно будет его найти? А здесь еще какие-то фотографии. Какой-то дом и подъезд. Проспект Степана Бандеры, дом 3. Ты видишь? Да. То есть этот дом находится по этому адресу. А здесь написано этаж 4, квартира 26. Просто посмотри на это. Зачем мне все это и что мне с этим делать? Тем не менее, здесь еще какая-то открытка. Посмотри. Давайте откроем. И здесь тоже огромное сообщение. Ты видишь? Окей, попытаюсь его прочитать очень быстро. Наступающий. 31 декабря в 23:45 Алексей, это тот, что на этой фотографии, будет сидеть у себя в квартире на проспекте Степана Бандеры, 3, квартира 26. Используй маску, чтобы тебя не узнали. Что? Скорее всего, они мне пишут об этой маске, но зачем мне ее использовать, чтобы меня не узнали? А перчатки, чтобы не оставлять следов. О каких еще следах они говорят? Возможно, отпечатки пальцев? О, черт, это очень странно. На фото доме квартиры Алексея после содеянного выбросьте оружие в озеро. Какое еще оружие? Они цепь имеют в виду как оружие, что за бред? Скотч и цепь используй, чтобы сделать вид, как будто Алексей
самоуничтожился. Что это значит, банда? Я ничего не понимаю. Что с этими подарками не так? Действуй быстро и скрытно. Твоя оплата лежит на этих картах. Пин-код 5765. Тут реально такое написано. Какие еще карты? Посмотри, здесь какие-то банковские карты. Что за бред? Что они вообще имеют в виду? И просто посмотри, они все рабочие. Черт, банда, это просто какая-то жесть. Ты видишь это? Да, очень странно. О каком еще уничтожении Алексея они говорят? Я просто не понимаю. Неужели они хотят, чтобы я его убил? Что за бред? Тем не менее, здесь остался последний подарок. Самый большой, посмотри. Окей, откроем его, посмотрим, что там лежит. Ты готова? Да, давай. На вид он максимально безобидный. Надеюсь, там тоже будет лежать что-то безобидное. Тем не менее, банда, открываем это. Посмотрим, что там лежит. Черт, посмотри, что это такое? Что это? Ты видишь? Что это за жесть? Господи. Почему оно похоже на пистолет? О, черт, в этой открытке писалось, чтобы я какое-то оружие после содеянного выбросил в озеро. Неужели они имели в виду этот пистолет? Банда, просто посмотрите. Черт! Ты видишь это? Здесь реальный пистолет! Банда! Черт! Они реально хотят, чтобы я убил Алексея! Что за бред? То есть это какое-то заказное убийство, которое я должен совершить! Но я на это не подписывался, я не собираюсь кого-то убивать! Банда, черт! Нужно срочно позвонить полицию, чтобы они приехали и забрали все это! Это полная жесть, банда! Это какое-то задание для киллера! Похоже, в Даркнете это нормально! Я в таком шоке! Я просто не могу в это все поверить. Банда в Даркнете реально какие-то ненормальные люди. Они дали мне заказное убийство, которое я вообще не собирался делать. Тем не менее, давайте уже откроем вот этот подарок. Мне кажется, что здесь лежит какая-то игрушка. Давайте его просто быстро откроем. Посмотри, ты видишь? Да, что-то хоть здесь что-то нормальное, банда. Какая-то игрушка оленя, посмотри. Черт, он такой милый, банда. Надеюсь, что с ним все нормально. Вроде бы на этот раз люди с Даркнета мне ничего не подложили. Жили. Черт, здесь что-то лежит. Посмотри, ты видишь? Что это? Не знаю, что-то очень большое. Давайте разрежем эту игрушку и посмотрим, что там внутри. Черт, банда, это просто какая-то жесть. Я так надеялся, что хотя бы с этой игрушкой что-то нормальное. Ты видишь? Тут телефон лежит, посмотри. Это старый айфон. О, черт, банда, он выключен. Он включается, сейчас посмотрим, что на нем. В этом телефоне ничего нету, кроме каких-то 5 видео. Давайте их посмотрим. Очень страшно, что там может быть. Да, я с тобой согласен. Первое видео, которое на этом телефоне. Какая-то девочка играется с игрушкой, которую нам подарили из Даркнета. Что за бред? О, посмотри, подарили конфеты. Похоже, это ее отец, она очень рада и обнимает его. О, черт, банда, это очень мило, даже не знаю, что здесь может быть не так. Но давайте посмотрим еще и второе видео. Итак, второе видео. Здесь эта девочка уже спит с этим оленем. И отец снимает с нее очки, это так мило. Окей, пока что вроде бы ничего не происходит. Он еще и укрывает. Это очень милое видео. Похоже, что какой-то отец очень сильно любит свою дочь и за ней смотрит. Знаете, такое бывает, когда отцы очень сильно дорожат своими детьми. Похоже, это один из тех случаев. Почему этот телефон и эти видео, и эта игрушка в Даркнете? Возможно, дальше будет что-то не так. И я даже боюсь представить, что. Третье видео. Что здесь происходит, ты видишь? Похоже, они дерутся. О, черт, отец отобрал у нее игрушки, и она злится. Посмотри, ты видишь? Черт, банда, я же вам говорю, что здесь должно было быть что-то не так. И вот, похоже, начало, это всего лишь третье видео, у нас еще осталось 2. Давайте быстрее их посмотрим, мне уже не терпится узнать, что там было дальше. Четвертое видео, воу, что это? Это кровь на трубе, что? Нет. Черт, похоже, он очень сильно ее толкнул. О, господи, она что, умерла, банда? Посмотрите, его трясет, ты видишь это? О, черт. Получается, он почему-то поссорился со своей дочерью, толкался с ней и случайно сильно ее толкнул, и она упала, ударилась о батарею головой. И скорее всего, она просто умерла. Тем не менее, банда, здесь еще есть 5-е видео, давайте его посмотрим. Окей, 5-е видео, что здесь вообще происходит? Что он делает? Это пистолет, еще один. Черт, что он собирается с ним делать? Что это?
Ты слышала? Господи! Там был звук выстрела банды, то есть он убил себя! И все, больше никаких видео нету! Эти 5 видео о том, как отец очень сильно любил свою дочь, а потом случайно убил ее и не пережил этого! И во всем этом фигурировала эта игрушка! Скорее всего, что их ссора была из-за этой игрушки, почему-то он ее забирал на тех видео! Надеюсь, что здесь больше ничего нету! О, черт, здесь еще что-то лежит! Что это такое, ты видишь? Какая-то открытка, посмотри! И здесь тоже написан какой-то текст. Новым годом! В новом году желаю вам теплых отношений с близкими, и пусть вас согреет эта игрушка. Это очень странно, банда, меня это уже пугает. Даркнете реально какие-то ненормальные люди. Я уверен, что с этой игрушкой оленя что-то не так, и поэтому люди ссорятся. Нам надо будет быстрее ее выбросить. Итак, у нас остался последний подарок. Вот это, ты готова? Да, давай. Надеюсь, что здесь будет что-то нормальное. Черт, обрати внимание. Здесь тоже нарисованы Деды Морозы. Надеюсь, что в этой коробке не лежит что-то связанное с тем убийством той девочки. Тем не менее, банда, давайте откроем ее уже быстрее. Ты готова? Да, давай. Это последняя посылка. Надеюсь, что хоть здесь будет что-то нормальное лежать. Я боюсь представить, что вообще может еще лежать в этой коробке. Тем не менее, банда, я уже почти ее открыл. Что это такое? Черт, ты видишь это? Что это такое, банда? Здесь какая-то кровь, что это, кишки? Просто посмотри, здесь реально какие-то человеческие кишки. Банда, это просто жесть. Кто-то реально смог убить человека и дофаршировать детскую игрушку ее кишками. Ты видишь это? Да, ужасно. Я просто в шоке, банда, от этого. Оно еще так воняет. Черт, это просто какая-то жесть. В этом Даркнете просто сумасшедшие люди. Я не могу поверить во все эти подарки, которые мы с вами открыли. Тем не менее, я так рад, что это закончилось. Скорее ставь лайк, и мы закажем с Даркнета маленькую девочку-ребенка. И, бандит, помни одну, оставайся таким шикарным. Пока!